Шановні друзі, так не може тривати вічно. Ми будемо вам казати правду. І я з задоволенням кажу з трибуни Верховної Ради. Підписуйтесь на мій канал в YouTube. Друзья, всем привет. Вернулся в Украину, в Киев и из парламентской ассамблеи Совета Европы. И хочу вам сейчас рассказать о важных событиях происходящих. Прошел вчера так называемый форум на Донбассе, русский Донбасс, они его назвали. Ну, понятно, на оккупированной его части. И там туда приехала Симонян, вот этот главный редактор Russia Today, пропагандистка, ее муж Киасаян, и говорит Москва, радиостанция Бабаян. И, в общем, и они там сказали, что все, Донбасс надо присоединять к России, все, брать надо Донбасс. Послушайте, как это было. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой. Вот. А, правда, уже сегодня Песков сказал, что вопрос о присоединении Донбасса не стоит. Совсем с ума сошли, что ли? А что же это за тогда комбинация? У них что там, какая-то несогласованность? Друзья, все у них согласовано, и сейчас я вам объясню эту нехитрую комбинацию очень легко. Но вы не забывайте подписаться на канал, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить, чтобы мы вместе держали этот информационный фронт. Итак, в чем же суть? Почему им пришлось там вот сейчас они приехали вот это создавать волны? Ну, потому что с 2014 года они морочат голову там на Донбассе этим людям о том, что, значит, якобы они их собираются присоединить к России. Потому что, ну, вы представляете, люди живут в этой черной дыре, ну и там им же промывают мозги этой пропагандой, и какая-то часть там людей, ну, уже не жить в черной дыре, так понятно, что хоть присоединиться куда-то, да, и они этого, понятно, там хотят. А, так вот, они хотят, но только Россия не собирается это делать официально, она никого никуда не берет, и время идет, недовольство там растет. Регион разрушен, уничтожен, россиянами, Путиным, и ну, никто там не собирается ничего делать. Смотрите, сейчас официальная средняя зарплата на оккупированной части Донбасса в два раза ниже, чем на свободной части подконтрольной Украине. Это только по данным статистики боевиков. Ну, а мы понимаем с вами, какая там статистика, то есть то оно нарисованное. То есть там полная катастрофа. И это регион, который при Украине процветал, когда Украина его контролировала. Поэтому это первая причина. Вторая причина, нужно отвлечь внимание. Там, знаете, уже на YouTube больше 100 миллионов просмотров. Вон сзади Верховная Рада, видите, с куполом. Больше 100 миллионов просмотров видео про дворец Путина, Навальный, вот весь этот ужас. И нужно попробовать какой-то очередной Крым наш разыграть, теперь Донбасс наш. И вот это чуть-чуть, значит, и туда отвлечь внимание. Но при этом понятно, что Россия никакой Донбасс брать не собирается, потому что он полностью, ну, официально брать, потому что он полностью разрушен, потому что это следующие еще санкции. Деньги там, хоть там ресурсов много, но они все равно не безграничны. И поэтому они не собираются его так официально присоединять, как Крым, и не собираются брать на себя полностью ответственность за него, за этот разрушенный регион, который они же и разрушили. Вообще, я это говорил в ПАСЕ, и вот сейчас еще раз скажу вам, что главный враг русскоязычных людей в мире – это Путин. Вот посмотрите, в Украине у нас есть регионы, где в основном говорят на украинском языке, а есть регионы, где больше говорят на русском языке. А какие из этих регионов качал Путин? Какие из них он разрушал? И кто больше всех от него пострадал? Ну, русскоязычные. Вот, собственно говоря, это и правда. Поэтому, если они там рассказывают про русскоязычных очередной раз, то давайте им всем напомним, что самое лучшее, что они могут сделать, это отстать от нас, убраться из Крыма, убраться из Донбасса, выплатить Украине репарации. Это лучшее, что можно сделать для русскоязычных Украины, ну и то же самое русскоязычных в любых других странах. Вот такая история. Мы будем бороться с ними на каждом шагу. Конечно, Донбасс будет наш, он никакой не русский Донбасс. Донбасс это Украина, Крым это Украина. Мы обязательно вернемся к контролю над своими территориями. Друзья, держим строй!